В Иванове теперь выходит новая бесплатная газета. Называется издание «Тысяча домов» и распространяется в центре города. Новостные заметки, проблемные публикации, репортажи с места событий. По словам учредителей, читатель сможет найти в газете все, чем жил город за последнюю неделю. В первом номере, который уже в почтовых ящиках горожан, репортаж со дня города, информация о дворах, которые скоро заасфальтируют, рекомендации о том, как быть, если вас укусил клещ, и многое другое. Чисто городская проблематика. Надеемся, что в ней будет минимум всяких политических страстей и разборок. Несмотря на то, что мы выходим перед выборами губернатора, мы надеемся оставить эту тему областным СМИ. Вот. То есть мы планируем, мы ставим свою задачу сделать газету для горожан о городе.